версии клиента и сервера GNS3 и, соответственно, виртуальной машины GNS3 должны совпадать. Давайте. GNS3. Я его как раз обновил. А виртуальная машина у меня осталась необновленной. Вот она запускается. Давайте мы попробуем открыть какой-нибудь проект, который у нас есть, и получаем надпись об ошибке, которая сообщает, что версии GNS3 и виртуальной машины разные. Нам нужно обновить версию виртуальной машины. Enter. И вот у нас тут есть пункт Upgrade. Выбираем его. Yes. И выбираем релиз, который нам нужен. Еще раз проверим. У нас 2.2.35.1. Вот как раз вот этот релиз нам и нужен. 2.2.35.1. Окей. У нас закачивается пакеты. Ну, фактически у нас находится определенный набор пакетов в репозитории GNS3. Тут у нас Ubuntu, и, соответственно, мы устанавливаем необходимые пакеты для нашей виртуальной машины. Мы тут видим, что у нас обновляются не только GNS3 пакеты, но и другие пакеты виртуальной машины. Докер обновился. Большой набор программного обеспечения обновляется. Я нажму на паузу, чтобы не забирать ваше время. Подожду, когда все обновится. Меня закончилось обновление, и он написал, что машина перегрузится через 10 секунд. Вот она перегрузилась. Попробуем подключиться опять к машине. И вот видите, проект открылся. То есть теперь вот у нас как раз ошибка, потому что нужно обновить. Теперь машина обновилась. Видите, сервер на виртуальной машине имеет такую же версию, как клиент-сервер на вашей локальной машине. Теперь вы можете продолжить работу в GNS.